Катя Уварова, пожалуйста. Вот, Катя, насколько я понимаю, из Выборга. Мы с ней познакомились в таком образовательном центре «Интеллект», где Катя какие-то странные тексты писала. То есть, собственно, было не странно, что она писала, странно было то, как она это делала. Она создавала в течение рабочего часа миллион вариантов. Я скажу, вот здесь немножко Катя поправит. Катя поправит, вот здесь поправит, Катя поправит. То есть пока все остальные писали по одному маленькому тексту, и у них не получалось, Катя выдавала вот этот свой миллион. И при этом понять по Катиному лицу, что там происходит какая-то работа внутри, было невозможно. Мне кажется, что-то с Катей произошло за это время. Кроме того, что она стала студенткой, как-то технология там поменялась. Ну, пожалуйста, Катюша. В заливе страшно холодном, в воде цвет изгнивших слив, Нептун раскинет колоду неточных и скучных рифм. Русалки наденут платья и соберутся в круг, взгляд заменив на объятия податливых подруг. В огромном водном царстве отсутствует тепло там, лица замерзли у паствы, сердце спрятано вне хребта. Вода все равно, что шахматы, но нужно ходить не в попад. Глаза мои слишком распахнуты, не встать с русалками в ряд. Содержимое головы выплеснуто на бумагу, не помню точной строфы, только свою отвагу. Белый день светлел за окном, снег валил в апреле, вопросы оставлены на потом, открытки давно сгорели. Мысли путались, искривляясь, язык волочился следом, вокруг все чего-то боялись, оно не казалось бредом, пять букв были адским пламенем, двойки сыграли роль, год перестал быть правильным, и старый пиджак съела моль. Я поперхнулась косточкой из вишневого пирога, между окном и форточкой разница невелика. Ветер подует с северной, вырвется из оков, точной строчкой сверенной в пространстве моих углов. Станет почти осязаемым, будет сидеть на стуле, где дружбу с тобой связали мы, дуй на кипяток, сутулись. Он принесет запасом смелости силы в кармане, выметит всю опасность и заточит в чемодане, чтобы страшным казались только содранные колени, от вазы синие осколки, вспышки злости и лени. В темно-синей воде огромной реки, без имени, адреса, фамилии, отчества, русалка плавает в темноте, ей тесно, страшно, стыдно, она хочет избавиться от одиночества. Вылезти на сушу, высохнуть, стать человеком, с работой, друзьями, с семьей, котами, заботами, большими и маленькими взять, отпуск, кредит или что-то похожее. Она хочет жить и дышать, смотреть на горы, моря, океан, с суши стоять у подножия вулкана и сидеть на пляже, пробовать овощи, фрукты, крупы, рыбу, мясо, закупаться на рынке и проверять, что хурма не вяжет. Но пока она плавает в огромном речном помещении, там камни, водоросли, рыба, там мало воздуха, жизни и свет в истощении.